Полная диспетчеризация Реутовской теплосети завершена. Теперь на интерактивной карте отображаются все объекты теплоснабжения. Какие новые возможности появились у коммунальщиков, выясняла Юлия Абдулаева. Эти компьютеры и карта в котельной были и раньше, но теперь на экране весь город, точнее его тепловой контур. Специалисты теплосети могут в режиме онлайн следить за тем, как меняется температура, скажем, от котельной до теплового пункта. Мы с вами находимся сейчас вот на котельной 4, да, и, соответственно, параметры ее все диспетчеризованы и выводятся на экран. Вот, выходные параметры наблюдаем и, соответственно, на карте города можем отследить, куда они пришли. У руководителя подразделения эта карта всегда под рукой. Он даже дома с планшета может держать руку на пульсе. От аварий такая система, конечно, не спасет, объясняет он. Зато поможет вовремя отреагировать. Это позволяет нам предугадать ситуацию в аварийном отключении и ее, как сказать, предупредить возможность. То есть здесь оперативность действий наших повышается в разы. То есть здесь, если один человек не успел отследить, то второй смотрит, третий, и друг другу сообщают посредством связи. Показатели температуры отображаются на мониторе. Есть градус на входе и выходе. Даже небольшие изменения для диспетчера – сигнал. Есть потери теплоносителя, а значит, нужно проверить. Внимание, проверьте, пожалуйста, тепловой пункт номер 3. Теперь коммунальщики могут узнать не только, на каком участке авария. С точностью до нескольких метров определяют, где прохудилась теплотрасса. Но это уже другая система. Юлия Абдулаева, Николай Астахов для РТВ.